когда-нибудь видели единорога вблизи? Теперь видели. Это для вдохновения. Где моя ручка? Как же нам рисовать? Надо мыслить нестандартно. Как художники. Так, займемся делом. Да, так-то лучше. Вау, можно я одолжу? О, конечно, мы же лучшие подруги. Держи. И что мне делать с белым? Его здесь даже видно не будет. Но это не моя проблема. Ах, что же теперь делать? Надо бы ей помочь. Вот! Откуда они взялись? Не теряй времени. Теперь у меня есть все, что нужно. Кажется, я придумала. Это будет суперсекретный дизайн, который даже нельзя увидеть. В смысле, пока нельзя. Краска не ложится на белый мелок. Чем больше я крашу, тем сильнее он проступает. Та-да! Это единорог. Но таким способом можно нарисовать что угодно. Возможностям нет предела. Девочки, закончили. Вам нравится? Почти то, что нужно. Но рисунок Эшли... Вау! Как такое возможно? Я же дала ей белый мелок. Так приятно играть с этой штукой. А попробуйте нарисовать это. Я обожаю попыты. Хорошо. Джен выбрала красочный путь. Но у меня есть более оригинальная идея. Возьмем-ка расческу. Сначала наклеиваем скотч. Затем добавляем краску вот так. И делаем классный узор с помощью расчески. Так цвета выглядят еще гармоничнее. Гораздо круче, чем маски кистью. Осталось отлепить скотч. И вуаля, ровные края. Вот видите, ух ты, отлично сработало. Моя расческа, что ты с ней сделала? Это мое. Извини. Никакого уважения. Помиримся, хочешь конфет? Не думаю. Секундочку. Ладно, давай их сюда. Должно выйти интересно. Фиолетовая моя любимая. Ты будешь на верхушке. Теперь совсем другое дело. И очень похоже на поп-ит. Здорово. Итак, что у вас получилось? Вот моя картинка. Очень занятно. Но у Дженнифер... Настоящий шедевр. Итак, победителю достается... Воу! Я не знала, что бывает дождь из поп-итов. Итак, следующий раунд. Поехали! Похоже, на этот раз у нас попугай. Не так уж и просто. Говори за себя. Я бы даже во сне его нарисовала. Она знает, что делает. Как думаете, это поможет? А это? Здесь ничего не подходит. Несколько двоек? О, то, что надо. Смотрите внимательно. Теперь похоже на попугаев? Они сидят на веточке. Какие красивые птицы. Особенно если их раскрасить. Чуть не забыл про ветку. Отлично получилось. Я точно выиграю. Время вышло. Показывайте рисунки. О, как мило. Но ничего особенного.
А вот у Мэтью... Ты молодец! Это настоящее искусство! Можно в музей повесить. Так нечестно! Ты меня точно не поймаешь, чувак. Вы готовы? Ну же, что нас ждет? Рисуем стол. Может, у Зои есть идеи? Не так уж и интересно. Думаю, я способен на большее. И это пригодится. Рисуем прямоугольник и добавляем объема за счет таких линий. Можно рисовать и от руки, как Зои. Ой, да ладно. Это уже слишком. Посмотрим. По-моему, получается здорово. Видите, какой эффект от теней? Итак, показывайте рисунки. Окей. Все готовы удивляться? Что-то я не в восторге. Мэтт? Полюбуйтесь-ка на это. И что это? А теперь видите? Трехмерный стол. Вот это я понимаю. Я знал, что вам понравится. Ю-ху! И, наконец, фиолетовый. Не отвлекайтесь, мы еще не закончили. Рисуем радугу, да? Начинаем раунд. Подберем цвета. Сначала всегда красный. Вот, уже похоже на радугу. Я не очень люблю фломастеры. Не подсматривай! Она еще даже не начала. Эй, это что, попыт? Обожаю. Это то, что мне нужно. Ха! Здоровски, да? Я использую его немного необычно. На каждую линию нанесу свой цвет. Еще немного. Готово. И не забуду про выемки. Быстро переверну. Какое удовольствие. А результат еще лучше. Мисс, ловите. Эй! Мы закончили. Ого, сколько красивых цветов. Исполнение так себе. Понял. Вот это нестандартный подход. Искусство — это не только рисование. Вы закончили с танцами? Пора рисовать собачку. Это будет интересно. С чего мне начать? С ушей? Мэтт, тебе нужна помощь. Посмотри, какая собачка. Что, собачка? Проехали. Оу. Эй, Элли, видишь песика? А, кажется, теперь вижу. Похож на ротвейлера. Я могу просто обвести руку. И добавить свои детали. Например, ошейник. И, конечно, красивые глаза. Теперь влажный нос. И длинный язык. И подходящие цвета. Вот это шедевр. Я молодец. Мне нужна помощь. А, вряд ли это подойдет. Как он здесь оказался? Серьезно? Вот на что я рассчитывал. Хороший мальчик. И такой красивый. О, какой он милый. Постой, где твой рисунок? Мой готов, мисс. Вижу, я тебя вдохновила. Да, и я хочу погладить песика. Он такой мягкий. Почему так долго? Почти готово. Спасибо за ожидание. Та-да! Выглядит прикольно. Нарисовать мальчика очень легко. Я же вижу его в зеркале каждый день. Отлично.
Где Ли этому научилась? Я не могу это сдать. Мэтт, времени нет. Показывайте, что у вас. Нужно срочно что-то придумать. Вот, мальчик. А? Можно и так сказать. Стойте, можно кое-что подправить? У тебя минута. Спасибо. Эти буквы – хорошее начало. Соединим их все вместе. Видите? Уже похоже. А теперь раскрасим. Оу, какой милый! Ха, я справился. Это шедевр. Что скажете? Два Пикассо в деле. Я знал, что мы сможем. Ребята, вы готовы к новому раунду? Розовый – это орел. Еще не все. Что? И что это значит? Какой-то секретный код? Я кое-что попробую. Тут надо подумать. Чтобы такого на обед взять... О, она знает, что делает. О, уже руки болят. Точно! Это все часть рисунка. Осталось только раскрасить. Лучше ускориться. Круто смотрится. Вот так-то, ребята. Готово? О, как раз вовремя. Зацените. Я под впечатлением. О, да ладно. Это импровизация. И тут есть блестки. Нравится? Это типа птица-русалочка. Окей. Еще один раунд впереди. Готовы? Желтый значит квадрат. Удачи вам! Кажется, тут можно кое-что сделать. Да, я в садике такое рисовал. Вау! Кое-кто не прогуливал геометрию. Я в ней не силен. Это мне больше нравится. Думаю, все получится. Давайте посмотрим. Квадрат! Это еще что за фигура? Это что-то. Квадрат. Спасибо, капитан Очевидность. Теперь видишь? Вау! Вы видели? Это что за магия? Гениально! Мой тоже можно сложить. Вот, так лучше? Хорошая попытка, Брайан. О, дурацкий квадрат. Покажи-ка. Это очень просто. Делаем так. А теперь соединяем линии. Уже похоже на квадрат? Вау! Интересно, что мы рисуем дальше? Ого, цветочек! Ну все, поехали. Это сложнее, чем рыбки. Какой цвет подойдет? Он такой розовый, красивый. Дошло, вот и решение. Берем вот этот цвет. Черный. Теперь я готов запечатлеть цветок. Не знаю, что он задумал, но выглядит странно. У меня точно получится цветок. Рисуем один лепесток за раз. Теперь внутренний слой. Так здорово выходит. Готово. Намного проще рыбы. О, время вышло. Вот мой рисунок. Я нарисовал все эмоции, которые ощутил, когда посмотрел на цветок. А вот мой цветок Йети. О, круто. Йети он понравился больше. Какой же он красивый. Пора перекусить.
Скорее бы увидеть, что дальше. Да ладно, аппетитный бургер. Черт, а это сложно. Надо сначала измерить. Да, не получается. Знаю, линейка поможет. Окей, я все измерил. И чем же рисовать? Нельзя ошибиться в выборе. О, время кончается. Возьму цветной карандаш. Лучший выбор здесь, мелкий. Вот и булочка. Переходим к кетчупу, салату и горчице. Не забудем про котлетку. И нижняя булочка. Вау, получилось здорово! О нет, мне не хватило времени. Это все, что я успел. Йети, смотри, как тебе? Да, кажется, ему понравилось. Вау! Но стойте, бургер же во льду. И как мне есть этот кубик льда? Твой бургер в куске льда. Твоя очередь. Я хотел порисовать, а не посчитать. Ты понимаешь, что это? Математика. Да знаю я. Открывай свою. Что? У меня тоже. Слушай, нам надо их сложить. Понял. О, это точно ты? Мой новый образ. Есть идеи? Работает! Эй, обязательно так громко. Ладно, хорошо. Ну, что будем делать? Я кое-что придумал. Воспользуюсь магией искусства. Это будет жираф, милашка. А двойка превращается в лебедя. Тройка становится красивой бабочкой. А четверка маленькой рыбкой. Креативно, не так ли? Такая математика мне нравится. Ты очень творческий человек, Кевин. Мне тут делать нечего. Хочешь мое решить? Художник никогда не отдыхает. Смотри и учись. Привет, морской конек. Хочешь подружиться с Белочкой? Она твоя соседка. Семерка уплывает в море. И вот, наконец, милый плюшевый мишка. Готово! А я хорош! Как ты думаешь, я... Похоже, кто-то устал. Проснись! Да! Все готово? О, да! Молодец! Ты просто гений! Новый Пикассо! Скажи, сыр! Поехали! Открывай! Фломастеры! Вау! Теперь ты. О, какой большой. У меня есть идея получше. Эй, гляди, кто впустил сюда кролика? О, как ты это делаешь? Аккуратнее, малыш, там волк. А теперь наша следующая сцена. Как круто! Ты такой талантливый! Юху! Эй, слышишь меня? Мне интереснее с руками, чем с тобой. Эй, у меня появилась идея! Сейчас только глаза адаптируются. Можно сделать куклу на бумаге. Нужно только дополнить рисунок. Узнаете? Это лучший друг человека. Осталось только добавить цвета.
О, это мой лучший рисунок. Ты когда-нибудь прекратишь? О, свет отключили. Смотри-ка, вдохновился твоим театром теней. Гениально! И почему я не догадался? Тебе понравится, смотри. Милашка, правда? Это кролик. Окей. Из того же жеста получается это. Просто пальцы надо переставить. Если хочешь, забирай. Спасибо. Опять что ли? Ну, хоть есть что пожевать. Отлично! А зачем бумага? Нравится кобылка? А, понятно. Сначала нарисуем сердечки. А потом можно и все остальное. Ник уже рисует. Надо тоже попробовать. Была не была. Вау! Просто пара горстей пыли от мелков. Ха, я точно буду победителем. Еще пара линий здесь. А я воспользуюсь пальцами. Тут будут глаза. Узнаете? Это хрюшка. Не забываем про туловище. Почти готово. У Ника все окей? Но с цветом было бы лучше. Осталось только добавить хвостик. Вот так. Готово! Поздоровайтесь с рисунком победителя. А, свой я поднять не могу. Посмотрим. Отлично! Сколько пыли! Апчхи! Черт, Мелани! Простите! Абракадабра! Вы рисуете с помощью ножниц! А, мы сегодня как будто с ума сходим. Никто же не против? Поехали! Сначала быстро обведем. Стартуем здесь, а потом уже ручки. Окей, вот так. Отлично. Не знаю, что он там делает. А теперь можно резать. Хватит ли мне мастерства? О, аккуратнее, пальцы! А это что? Ну и ладно. Мусор. Летит на мой рисунок. А вы уже поняли, что это? Она живет на деревьях и любит появляться ночью. Хм? Да, и говорит хм. Наша милая подружка-совушка. Какая прелесть. Почти готова. Отлично. Осталось раскрасить. Обожаю неоновые оттенки. Почти закончила. Та-да! Интересно. И у Мелани отлично получилось. Хвалю. Круто! Но кто займется уборкой? О, мои джинсы! О, черт! Кажется, Мелани забирает приз. Ой, готовы к первому раунду? И что это значит? Вам кое-что понадобится. И что теперь? Мы пропустили самую важную часть. Как у нее это получается? Теперь вы. Давайте я попробую. Это как держать баскетбольный мяч. Только этот шар намного симпатичнее.
И куда его положить? Ну, конечно, что-то пить захотелось. Ха, как просто. Теперь твоя очередь. Ладно. А он легче, чем я думала. Воу, ты зачем его отпустила? Он совсем неуправляемый. Вернись к мамочке. А? А! Я вся промокла. Зачем он так со мной? Бедняжка. Давай я тебе помогу. О! Мой стакан наполнился. Спасибо. Всегда пожалуйста. А теперь рисуйте. Посмотрим. Окей, сначала нарисуем человечка. А потом добавим воды. Он словно шевелится. Смотрите, он уплыл. Невероятно! Знаю. Если мы здесь развлекаемся с водой, давайте выпустим поплавать рыбку. Давай, малыш. Ему нравится. Минуточку. Ты куда эта рыбка? Эй, вернись. Эй, там кто-нибудь есть? Время вышло, девчонки. Показывайте, что получилось. Человечек плавает с шариком. Юху! Вау! Он и правда двигается. А у тебя что? Боюсь, мой рисунок уплыл совсем. Вот это да! Она оказалась немного больше, чем я рисовала. Эй, она воняет! Упси! Что дальше? Кажется, это сюрприз. Чего? Ничего не понятно. Окей. Но тут же ничего нет. Как нам рисовать? Точно! Сейчас все будет. Итак. Вау! Не могу поверить, что получилось. Только посмотрите на этих малышей. Как здорово! Начнем с единорога. Несколько линий здесь. Получаются красивые глазки. Выглядит знакомо? Это рог, узнаете? О, какой красивый! Но без цвета тут не обойтись. Ладно, без кучи разных цветов. Всего несколько деталей могут оживить рисунок. Как мило, вы только посмотрите. Я бы тоже так хотела. Надо как следует постараться. Не сработало. Сконцентрируюсь еще сильнее. О, не могу на это смотреть. Вот так. Да, получилось. Но что мне с этим делать? Нужно как-то задействовать зеркало? Чтобы такое придумать? Эй, смотрите на отражение. Как здорово. О, теперь я знаю, что делать. Оказывается, если написать две двойки, может получиться кое-что интересное. Да, это лягушка. Зеленый цвет поможет вам ее узнать. Отлично! Я прекрасный художник, не так ли? Закончила как раз вовремя. Какая прелесть! Мне так нравится! А мой? А знаете что? Вы обе победили!